каждым годом все больше учащихся общеобразовательных и спортивных школ новороссийско-детских дворовых команд нашего города принимают участие во всекубанском турнире по футболу. На этот раз это практически 700 юных футболистов. Перед началом открытия команды участников торжественно прошли по полю. Затем слова приветствия и напутствия произнесли почетные гости. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края представлял Евгений Садовский. Администрацию Новороссийска, начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Костенко, депутаты городской думы Владимир Черноситов, Виталий Козырев и Алексей Карпич. Заместитель главы администрации Надежда Галкина приветствовала первой. Разрешите от имени главы нашего города Игоря Алексеевича Тиченко поприветствовать вас, как участников замечательного мероприятия, и передать вам слова напутствия и пожелания удачи. Вы все большие молодцы, вы маленькие звездочки, возможно, среди вас будут чемпионы Кубани, России, может быть, чемпионы мира. Новороссийск – территория спорта, Новороссийск и спорт едины. Хочется, чтобы так было всегда. Мы с вами вместе, всем вам удачи и большого-большого мирного неба над головой. Обращаясь к юным спортсменам, Евгений Садовский, представляющий Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, отметил, этот турнир особенный. Проходит в канун главного футбольного события года – чемпионата мира по футболу в России. А значит, рвение к победе должно быть гораздо сильнее. Я надеюсь, среди вас есть будущие звезды, будущие Пеле, Рональдино или другие ваши кумиры, которые вас вдохновляют на победы. Я надеюсь, эти соревнования пройдут в честной борьбе. Многие из ваших команд попадут в финал, покажут результаты, и вы добьетесь тех целей, которые поставили перед собой. Целеустремленность, настойчивость, воля к победе и неимоверное трудолюбие. Вот что отличает юных футболистов города-героя. Ведь Новороссийск был, есть и всегда будет городом футбола. Здесь играют как на профессиональном уровне, так и на любительском. Неизменной популярностью у детей пользуется дворовой футбол. По числу участников проводимых соревнований и турниров на самых разных уровнях Новороссийск всегда в числе первых. Город Новороссийск славится тем, что на краевых соревнованиях ежегодно мы занимаем призовые места. В том числе и в этом году мы рассчитываем, что наша лучшая команда от города на третьем этапе соревнований, который будет проходить уже в крае, покажут хорошие результаты и займут первое или второе место. С самого начала игры юные футболисты показали, что отлично подготовились к турниру. Активно атаковывали ворота соперника, демонстрировали безупречный командный дух и мастерское владение мячом. Городской финал турнира определит, кто защитит честь Новороссийска на зональном этапе в Славянске на Кубани, а далее на краевом финале в Краснодаре, где будет определена лучшая футбольная команда Краснодарского края среди детей. Александра Гришина, Денис Ротарь, Новая Россия.